Тумбочки выставлены по уровню, у нас это все горизонтально. Останется их сейчас стянуть вместе и ставить столешницу. Столешница у нас будет акриловая, но каменная. Маленькие особенности. Вот здесь у нас стоит коробка. Вот так у нас выглядит коробка, и она по высоте конфликтует с дном тумбы, поэтому просто там сделан вырез. Сама варочная панель вот, и у нее есть уже вилка. Это достаточно удобно. Можно, конечно, обрезать вилку и подключиться там в коробке. Но это неудобно. Неудобно, потому что надо сначала смонтировать столешницу, потом варочную панель, а потом под шкафом залазить и подключать провод. Это неудобно. Поэтому самое простое — сделать розеточку, например, вот здесь. Простую накладную розетку. Провод вполне пройдет за тумбочкой. Вот, и без лишних затрат мы просто той же вилкой родной подключим нашу варочную панель. Сейчас мы установим сюда розеточку для варочной панели. И можно связывать тумбы и монтировать столешницу. Теперь нам нужно выпилить место под варочную панель. Давайте займемся этим. Панель у нас вот такая. Мы сейчас ее перевернем и расположим. У нас примерно должна 10-15 сантиметров от края быть. Вот мы сейчас это и отмерим. И отмерим наши. Ну вот 12 от края, думаю, достаточно. То есть вот на таком расстоянии мы должны поставить нашу панель. Вот так. Опять же обрисовываем маркером. Вот так. Далее, прямо не отходя от кассы, снимем габариты вот этого короба электрического. Значит, здесь у нас до края 25. Здесь у нас до края 25. Давайте отметим. Понятно, что мы не будем делать впритык. Мы сделаем 22, допустим. Хотя, учитывая вот эти винты, лучше сделать 20. Давайте отметим вот 20 от внешнего края вот этой линии. То есть от внутреннего края, от этой линии я ставлю 20. Вот так у нас пойдет линия реза. Вот так. И здесь также ставим 20. Далее. Спереди у нас 22 край, и с этой стороны, я думаю, столько же. Да, 22. Ну, делаем примерно 18, даже 15 я буду делать, 15. И с этой стороны 15. И прочерчиваем линию, по которой будем пилить. Вот так. Вот этот прямоугольник надо выпилить. И у нас моечка встанет на свое место. Чтобы у нас не сбивало сток, вот это все мы внешнюю линию просто убираем. Убираем внешнюю линию. И эту тоже. И эту. Все, теперь мы четко знаем, как нам пилить. Ну, естественно, здесь углы пытаемся сделать прямые. Сначала мы высверливаем сверлом, а затем еще лобзиком подравниваем угол. Сейчас мы это все и сделаем. Чуть сдвинем нашу. Сверлили, теперь можно пилить, выпиливать.
структурная панель, стоит нормально. Единственное, сейчас ее надо сюда вклеить. Мы ее поставим на силикон, и имеется еще крепление для этого. Закреплять мы ее будем снизу вот на такие уголки. Она крепится снизу к столешнице. Ну и сверху мы пройдем силиконом для того, чтобы туда не затекала никакая жидкость. Естественно, для начала все обезжириваем, потом обрабатываем силиконом и кладем сюда нашу панель. Обезжириваем поверхность для силикона. Силикон у нас здесь, естественно, под клей немножко, но мы используем его не как клей, а как герметик по прямому назначению. Сама поверхность индукционной печи не нагревается, поэтому силикон можно использовать обычный санитарный для ванной комнаты. Все готово. Наносим силикон. Силикон нанесен, мы ставим нашу панель на место. Вот так. Сейчас я чуть проверю, у меня значит. Вот так она стоит ровно. Вперед-назад. Чуть сдвинуть вперед надо. Вот так. Потому что сзади будет бортик. Вот так она стоит правильно. Теперь возьмем наше крепление и поставим. Винт встает в корпус. Вот. А эту часть мы сюда не поведем в корпус. Там я могу поставить, но даже на угол тоже и там не смогу поставить. Я просто распираюсь на одну из сторон. Пока до конца не закручиваю, развернуть вот этим высоким плечом туда, к столешнице. А маленьким вот здесь оставить. Все, у меня эти уголки прогибаются, значит, дальше тянуть не стоит. До конца затягиваем, тогда вот наша панель стоит, здесь вылазит силикон, мы видим, сейчас мы это все подотрем, наведем порядочек. Для наведения порядка удобно использовать шпатель резиновый и салфетки одноразовые. Если где-то вот у меня не вышел силикон, я знаю, что там он точно есть, он точно закрывает промежуток и ничего туда не затечет, но снаружи желательно все это обработать. У нас был такой валик красивый и практичный. Сама панель бушная, поэтому не очень такая глянцевая, не обращайте на это внимания. Варочная панель установлена и установлена мойка. Панель теперь надо включить к розетке и проложить кабель, чтобы он не мешал ящикам. Ну вот кабель у нас закреплен на стяжке. Выход варочной панели вот здесь. Ну и тут мы петлю и закрепили в розеточку. Все, вам этого достаточно. Розеточку потом можно будет облагородить. Гипсом сейчас его нету, но это потом и вряд ли когда будет сделано. Ручки прибудут потом, попозже, и тогда их оставим.